детка. Нью-Йорк – красивый город, очень все красиво сделано там и так далее. Как такового эффекта вау у меня не было. Ой, как здорово. А что кусты такие виноградные? А еще сезон, не сезон. Они еще не сажали еще. Даже. Вон они, ветки стоят. Они еще не цветут. Смотрите, как спокойно. Это вам не Нью-Йорк. А вот, вот тестинг круг. As far as I know, you don't have tours today. Yeah, вот такие. Спасибо. Ржут, сволочи. Ты опять это видео? Нет, я поставила здесь секунду. Давайте, давайте. Раз, два. Она видео снимает, успокойте, пацаны. Да? Она всем врет. Все врет. Вот так вот, еще мы уроды. Ой. Она на намёт. Трейлер вину Андрюха. Там нет таймера. Сколько спокойно. Ну вот, я говорю, трейлер ей. Не таймер. Трак. Трейлер это то, что сзади. Трак. Ну, трак. Мне правда, слушай, по винодельне гулять очень красиво. Тут паршая Мазерати. Давай винодельни. Мазерати дешевый. Сыры. Ой, это очень. Она новая стоит 100 тысяч трехлитров. Сыры и винодельни. Кто, Мазерати? Ты пьешь? Блин, сыр и винодельня, это вообще, это моя очень, мечта. Это очень тяжело. Но это для Европы, это не для Америки. Ты знаешь, не здесь. Вот что самое парадоксальное, ты всегда найдешь, что будет работать. Тут спрос на работу больше, чем предложение. Все равно. Мигрантов много. Даже не мигрантов в целом. Если ты предлагаешь конкуренту зарплату, ты выиграл. Тут никто не хочет платить. Все? Открываешь свою винодельню? Нет, меня я не могу человека найти, потому что я могу предложить максимум 13,5 в час. Кто будет за эти копейки? Вы американские книги читаете? Куда? Назад пошли? Туда. Зачем? Там красиво, смотри, потом красиво. Да, надо идти. Я считаю, там, вот там виноградники. Виноградники там есть? Вот, слева. Круто, пойдем. Стоит бэка. Так. Почитай это, Маруся, почитай обязательно вот правила виноделов. Прям офигительно. Это вообще. Я же говорю, насинячимся сейчас. И о, все, мать, да. Ты повеселела, подобрела сразу. Куткам пойдем. Это я не знаю, пацан. Сейчас это знаешь, к доктору кто не придет, ему скажут hello. Он такой, я тебя не знаю, пацан. Да. Ты кто? Андрюх, я хочу туда. Куда? Нырнуть? Да, Мару, шортами ты, конечно, загнула. Не, шортами хорошо бы было бы. Шорты тут холодно. Клихи бы рады были. Ой, это шейк. Ой, а что это? Нет, это каштан. Каштан? Каштан. Это не каштан. Каштан. Нет, Андрюх, надо кровь смотреть на каштан. Такой, у него какие-то микро эти, семечки какие-то. Сейчас я разворачиваюсь, куточку. Ты меня фотографируешь, как круто. Давай. Смотри, он его убьет. Кстати, как лаки наш. Может, тоже за жопу кусает. А мне сейчас брачный сезон. Что я могу сказать? Ребят, дегустация вин, винодельня, это лучшее, что могли придумать в воде. Вот, мы очень веселые, все сразу стали мгновенно, плюс мы ничего не ели до этого почти. Мы только завтракали, и то неплотно. И лучшая идея, которая пришла нам в голову на голодный желудок, поехать на винодельню. Вот, поэтому, что хочу сказать, Вильямсберг. Бург, как его только не называют, очень хорошее вино, очень вкусно, очень красиво, воздух, погода, просто все три в одном, безумно потрясающе все. Идет о России Лечь. Думает. Что? О России думает? Да. Конечно. Золотой человек. Красиво.
красиво вообще. Красиво. Слушай, реально очень красиво. Красиво? Красиво. Скажи что-нибудь. Что-нибудь. Что тебе нравится в Виргинии? Мне нравится Виргиния. Что мы обязательно переедем. Мы, возможно, переедем куда-нибудь в эти края. Вот. На вас солнышко так хорошо светит прям. На вас тоже. А как вам? Мы идем, если там начинается все туда. По отношению, по сравнению с Нью-Йорком. Да, написано, что да? Это ну, мы вот сюда вот сначала, да? По сравнению с Нью-Йорком. Отлично. Не, ну это прям, конечно. Ну, может, потому что мы пенсионеры. Мы пенсионеры. Получается, что мы все пенсионеры. Здорово. Мы на лифте поднимались? Да. Там надо будет рум-тур сделать. Быстрый рум-тур на скорую руку. Да, что как сделать? Это будет самый худший рум-тур во всей истории Ютуба. Это джакузи. Это, короче, ванная. Тут родители спали. Телек. Кресло, шкаф. Тут там зона отдыха. Стол, картина. Все, рум-тур удался, пойдемся. Мне надо было снять дверь, сказать, ну это наша комната, просто там бардак, хочу показывать. Чтобы выгородить родителей, что они нас не выгнали спать на диван? Да. Вот эта женщина. Почему на курс вокзале? Я доставщик, Купер, вот, вот. Перекус доставщика чек. Первый этаж нажми. Я нажала 10-й. Фоткаю, фоткаю. Ну, я настолько надоела своей семье, что они меня запихали в багажник. Нет, подожди, Марусь, ты там пока лежи. И не выпускают. Вот такие вот дела. Вот ты говно. Я? Да нет, замок. Сцена из «Джентльменов». Его так и зовут, на. Не, что-то замком. А тут задвижка ничего, на которой она закрывается, там все нормально? Пишут себе какой-то должен быть этот. Подожди, Андрюх, не ломай ничего. Должен быть этот. Замок, личинка замка должна быть где-то. Все равно у всех. Он есть, просто где? Починил. Мне кажется, у тебя было желание не чинить меня в багажнике оставить. Было, да? Ой, как красиво вообще. Там тоже ребенок баловался, территорию закрыли. А вот у нас, кстати, такого нет, я тебе хочу сказать. У нас реки очень чистые. Ой, жесть, смотри, какая. Выше, ниже. Любое. Или они говорят S как С, как С, М, М как, я не знаю. Просто факт обо мне. Я ненавижу быть голодной. Вот прям не могу я быть голодной. А все собираются так долго. Я пошла посмотреть, там так вкусно.
пахнет вафлями. Я говорю, ребята, пойдемте кушать. Иду всех быстрее подгонять на завтрак. Мужа. Я с мужем. Люди какие-то в шляпах. Да, мы гуляем. А мы гуляем. А они надели какой-то. Смотрим. Суета, суета. Кушает. Что-то заначку свою нашла, видимо, какую-то с лета. Нападают, аллигаторы нет. Ой, получится сфоткать, Андрю. Как у нее солнце в этом нормальной. А ты тут не видно. Да тут у меня получилось. Да? Прям масштаб такой моста. Вот этот вот горб такой. Это точно выше, чем у Скорости. Это точно, да, выше, чем у него. Дай гугли. Нет, не, не, выше, выше. А мы в целом везучие. По жизни.